Ребят, всем привет. Хочу на канале новый проект попробовать. Тачка на прокачку, ребят. Сегодня вот созвонился с Екатеринбургом, там Автохайп. Есть такая компания, переделывают, ну, перешивают чехлы, там перетягивают карты. Вот хочу поехать, перетянуть карты. Договорился с ребятами, перетянут мне карты дверные. Видите, сам колхозил тут. Все перетянут. Передний там вот. Сейчас задний вам покажу. Какие были, какие будут, ребят. Видите, перетянем сейчас, все под одно сделаем здесь красивенько. Ребят, если проект зайдет, то потом что? Потом что-нибудь еще будем продолжать. Ну, так что пишите в комментариях, ребят, что бы хотели, чтобы я в ней прокачал там. По фарам, ребят, хочу фары полирнуть, руль обтянуть, ребят, КПП. Ну, это все. Еще раз говорю, ребят, если это вам понравится, ребят, так что давайте, мы поехали. Ребятушки, ну что, мы приехали в Екатеринбург. Торговый центр Свердловск, ребят, вот там ЖД, отель, ребят, кто знает, он видит. Все, сейчас ждем, подъедет, ну, человек, который занимается, мы сюда спустимся, минус второй этаж, ребят. Вот так вот, мы спускаемся. Так, ребятушки, куда тут? Ребята, запоминайте, как ехать. Все автоматически. Вот, ребят, смотрите, видите, колхоз мой будем переделать. Тут, наверное, убрать надо будет, тут что-то не сделали. Это было весло. Угу. Заделывается дырка. Так, а это тоже, да, будем делать? Да, конечно, вот из-за нее это и надо. Все это. Угу. Задача, то есть, поменять вот эту, ну, чтобы этого не было. То есть она, видишь, идет целиком, то есть ее цельно делать. То есть вот эту не надо, здесь пластик. Вот здесь ее тоже придется поменять. То есть целую дверную карту. Сейчас разбирать будет процесс, ребят, я сниму, посмотрите. Все-то не буду снимать по времени долго. Эти задние нормальные, что, уберем. Все. Ребят, пока мастер снимает, подожду материалы. Все, на выбор приезжайте. Кожа, рожа, эко, обтяжка руля, ребят, всякие. Ну это все есть у них как бы ВКонтакте, там, ребята, сброшу там ссылочки. Коврики, пожалуйста, ребята, если проект затянет, так можешь и коврики потом сделаем. Сидулки, перетяжка. Хорошо, вот такой офис. Вон, мастера тут шьют. Все, мастерская. Здравствуйте. 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 Все. А что, как так? Мы пойдем, там сейчас снимают. Слушай, а вы, получается, работаете, вот если с другого города, там, транспортной компании отправляете, да? Да, конечно. Так что, ребят... Да, вот руль. М? А руль вот там, с нового Уренгоя вообще сделан, можно отправлять. А, ну, тут, ребят, видите, даже можно с другого города отправить. Все, транспортная компания вам отправит. Ну, понятно, пацаны, что там у нас? Мастер снимает. Подмерка идет. Ну, здесь точно надо. Ну все, ребят, решили даже эту часть будет тоже делать. Так что 4 будем сразу оставлять. Потому что никак не получается заправлять. Будет сверху сюда. Как фанерку или что-то. Ну, мы полностью будем убирать. Ну, вторую карту сюда. Верно. Вот так вот там. Видите. Ребят, сейчас, блин, посмотрите, хочу это ремни, может, на будущее ремни безопасности, там цветные кое все. Вот эти всякие цветные, ребят. Пожалуйста, ребят, под заказ отправят транспортная компания. Тут все кожа, эко-кожа, натуральная кожа, эко. Пожалуйста, вам. Изоляция, ребят. Шумоизоляция, они. Ремни. Все, сертификат. Так что, ребята, все ссылочки будут в описании, все, телефончики. Все, ребятушки, что, все сняли? Все
Джур-джур. Все, люди будут мастерить. А мы потом приедем, все узнаем, все по красоте. Все снимем, как это будет делаться. Все. Ук. Ну ладно, что, мы тогда поедем? Давайте. Давай. Все, удачи. До субботы? Да. Ну, вот. Потом уже приедем, все покажем эту красоту. И покажем, как съемочка будет. Ребятушки, всем привет. Приехали мы за картами дверные. Торговый центр Свердловск. Поехали спускаться, ребят. Ребятушки, смотрите, какая красота. Сейчас ее установим, ребят. Шикарно, ребятушки. Все, Павел Синь сейчас поедет с такими картами. Ребят, здесь просто убрали, здесь у меня не будет стеклоподъемника. Здесь мы просто, видите, отверстие сделали. Ну и все, все обтянуто. Эти даже эти поставили. Шикарно, потом еще докуплю, вставлю сюда. Ну все, ребят, сейчас ждем, будем устанавливать сейчас. Ребятушки, ну вот видите, еще такие машины обтягивают. О, как, машинюшка. Ребятушки, ну что, вот сейчас Андрей расскажет, что он тут делал с ней, да, с этой картой. В чем проблемы были в таких... Так, ну смотрите, самая основная проблема была то, что дверь не пластиковая, как на современных машинах, а идет картонная. То есть при снятии старого пластифицированной кожи она начала отслаиваться вместе с основанием. То есть было проблематично сделать, то есть много шпаклей нанесли, чтобы получить ровненького. Потом второе, то есть дверь тоненькая сама по себе, 2 мм. Чтобы дверную вставку сделать, тоже пришлось из ДСП вырезать также из картона и уже на картон приклеивать новую. Вот, и вот в итоге такой вот результат у нас получился. Ну вот так-то получается сложно, да, у вас не было? Ну да, обычно дверные карты 4 за полдня за день делаются, тут считать 3,5 дня ушло на 4 карты. Ну, все понятно. Ну ладно, что, будем устанавливать? Да. Посмотрим, как ребята, как в готовности это все будет. Также сейчас... вот картон пришлось прикрутить. Видите? Дополнительно. Крепежи сделать. Видите, люди занимаются этим долго, так они могут быстренько раз, видите, тут заделали, потому что меня не будет тут. Ну, стеклоподъемник. Ну. Ну что, так пойдем устанавливать ее, ребят. Там уже и включимся. А это что, я хотел спросить, что это такое у вас будет? Это у нас промо-бот, будет гостей встречать. Да? Да. Заменять, грубо говоря, менеджера. А ты что? Ты будешь отдыхать, знаешь? Да. А это коврики, да? Да, это коврики, сиденья, любую текстуру, ну вот пример. Так что, ребят, волгинские сиденья. Так что, так вот, ребят, сейчас мы пойдем устанавливать, и там включимся, ребят. Ну что, вот предпоследнюю дверь одеваем, мою. Смотрите, как красота, кто помнит, какая тут была порнография. Сейчас ее закроем, все сделаем тут. Вау. Вау. Видите, нет. Меня передние больше интересовали, но задние тоже. Вот видите, вот задние сделали. Это ручки, напоминаю, я только сейчас вот заметил, что ручки разные. Ну, потом все комплектом куплю. Ручки поменяем. Видите, они все разные. Девушки, ну что, все собрали? Вот это потом, ребята, тоже будет новая часть. Это все будем обдирать. Пластмассу вот обновим. Все, красочкой. Все, шикарно сделаем. Ну, как бы так, ребят, если у вас есть желание сделать свой автомобиль индивидуальный, обращайтесь, все ссылочки ставлю под описание. И Андрей сказал, что скидочку сделать, то от меня обратится 5%, ребят. Ну, как бы, смотрите, вот, вы же видите вот, машину, видите, как красоту делают. А если видео зайдет, ребят, если побольше лайков наставите, то еще что-нибудь здесь сделаем. Ну, что тут сделаем, я не знаю, ребят. Багажник сделаем, багажник там, коврики, может, сошьем сюда, ребят. Ну это все будет. Еще раз говорю, ребята, не переключайтесь, потому что сейчас будет видео, как это все делалось. Так что, это так, ребят. Поддержим видео лайками. Вам не трудно, мне будет приятно. Делайте свой автомобиль индивидуальный, и все будет хорошо. Ребята, лайки вверх. We'll be right back.
Thank you.